Грандиозный коррупционный скандал разгорается в Италии. Перед судом предстанут почти 5000 нечистых на руку чиновников, политиков и соцработников. Их обвиняют во взяточничестве, хищениях и злоупотреблении служебным положением. Согласно расследованию, из-за них казна за полгода не досчиталась 3 миллиардов евро. Основной ущерб от махинаций с госнедвижимостью. Например, мэрия Рима сдавала своим приближенным роскошные квартиры в центре всего за 7 евро в месяц. А в Апулии за жилье и вовсе покупались голоса на выборах.